Разве найдется тот, кто не любит прекрасные смузи и можно приготовить очень простые и полезные напитки? Для первого вида смузи я возьму смородину, листья салата и банан. Я не буду добавлять никакого сахара и даже сахарозаменители. Ну и, конечно, полстакана воды. Смешаю сейчас все это в блендере. Освежающие смузи готовы, и я очень люблю подавать такие освежающие смузи вместе с мятой. Если хотите, вы можете добавить вот такую стевию, это сахарозаменитель. Я же люблю более кисловатые смузи, сладости банана мне достаточно. У смородины очень сильно освежает, и смузи заряжают вас энергией на целый день. Следующий, самый классический и вкусный клубничный коктейль. Нам понадобится клубника, конечно, не вся эта тарелка, а несколько ягод. Здесь у меня молоко. В молоко я добавлю пару капель моей любимой стевии, сахарозаменитель. И осталось добавить несколько ягод клубники. Много добавлять не буду, потому что если много добавить, получается очень приторный йогуртовый вкус. Сейчас все это взмешаю на блендере. Просто перелью в красивую баночку. Далее я добавлю взбитые сливки. После этого я посыплю все кусочками мармелада, кусочками клубники. Все, клубничным лакомством можно наслаждаться. Следующий коктейль я называю айхербовским, потому что только благодаря заказу продуктов с этого сайта я познакомилась с этим чудесным коктейлем. Для приготовления нам понадобятся вот такие кокосовые сливки. Они очень мягкие, это пюре из кокоса, кан молока, один банан и вкуснейший сироп голубой агавы. Все ингредиенты я перемешаю. Вы можете пить его в любое время года. Я люблю такой коктейль пить в больших бокалах. И еще один прекрасный коктейль, даже не коктейль, а настоящее смузи. Добавлю сейчас творог, кокосовые сливки, органический экстракт ванили и замороженную чернику. Я люблю эти смузи густыми. Если вы хотите, вы можете добавить немножко молока, чтобы смузи были более жидкими. Все ингредиенты тщательно смешиваю между собой и подаю вместе с замороженной черникой. Ссылки на все ингредиенты я оставлю внизу под видео. Такие смузи будут просто восхитительным лакомством в жаркое время и гораздо полезнее, чем любое мороженое. И я скажу, что это еще даже вкуснее.